Ну что, давай-ка разберемся с этим толстячком. На тебе. Что стоишь, кого ждешь? Давай попрыгали, я тебя попрыгаю и отнесу наверх. Привет-привет, с вами Китти-Кит. И сегодня мы поиграем в малышей Флуфси с какие-то невероятные приключения. А пока я начинаю, скорее подписывайся на канал и пиши в комментариях, сколько тебе лет. Ну что, погнали? Ух ты, здесь приключения открываются по дням. Кстати, ты уже посмотрел, как мы открыли все яйца Флуфсис и всех питомчиков открыли? И здесь у нас будет... А, я, кажется, помню, там был полосатенький немножко. Что? Еноты хотят украсть яйцо? Никакие законы это не... О, божечки, кошечки, вы видели? Яйцо утонуло! А там же был, по-моему, летающий. Смотрите, он, получается, выплыл на каком-то острове. Здорово, давай скорее откроем. Очень интересно, кто же там? Да-да-да, я помню этого милоша. Он такой классный. Так, а где еда? А, вот и еда. Отлично, здесь все есть. Хорошо, когда с тобой все есть на острове. И, наконец-то, наш питомчик вырос. Так, и мы должны теперь идти, я так понимаю, собирать... Ага, мы должны что-то ходить и делать. И что здесь надо сделать? Получается, все понятно, мы должны ходить и выполнять разные задания. Ну, посмотрим, на 10 еноты нам не попадутся. А то как-то... Ой, это что за крабустики? Крабустики нам надо найти... А, нам надо выйти веселого. Что? Нет? Нет? А, глазастого? Да что ж такое-то, в смысле? А, их надо было просто всех подожимать. В общем, ничего не понятно, как всегда. В этих играх вечно все не понятно. Так, и что? А, здесь надо остановиться. А вот и злое енотище. И что с ним делать? Сейчас, как тебе за пулю будешь знать? И что ты... С каких пор еноты лазят вниз? В землю. Ни в какие ворота не писано. Ну ладно, давай заберем это яйцо. Кстати, такого яйца у нас не было в игре про этих питомчиков. Ладно, по-моему, нам пора построить дом. Да это не дом, это целый замок, трехэтажный домище. Вот это я понимаю, повезло так повезло. Так, а здесь на что? Что, у нас еще и корабль будет. Ух ты ж, пух ты ж. Посмотри, мы теперь можем куда-то плыть. Ой, ё-моё, мы что так быстро плыли-то? Так, давайте поразберемся. Я думаю, что здесь что-то должно быть интересное. Какой-то робот. Он что, у меня забрал яйцо? Так, и что здесь? А, вот здесь надо, в общем, что-то сделать. И... А, мы здесь делаем целый мир этих маленьких Флуфсисов. Смотри, он сейчас откроется. Давай скорее поможем ему открыться. Кто же там будет? Полосатый, наверное, как зебра. О, это же... Смотри, какой классный. Как думаешь, на кого он похож? Да-да, все правильно. Ну что, давай посмотрим. Ой, такой он большой и красивенький. Интересно, он будет со мной ходить или нет? Нет, он останется здесь жить. Очень жалко. А мне очень бы хотелось, чтобы он со мной поиграл немножко. Ладно, пойду искать других... Ух ты, здесь надо куча алмазов. Так, здесь я так понимаю, что делать больше нечего. И нам надо идти... нам надо плыть обратно и искать новых питомцев. Это получается, мы выполнили первое задание. О, а у нас, кстати-ка, есть ключик. И мы можем еще на одну лодочку сесть. И еще куда-то поплыть. Только... ты что, брызгаешься-то? Ух, это что? Мы открыли еще какую-то часть острова. Давай-ка посмотрим. Смотри, какое-то интересное деревце растет. Может быть, с ним можно что-нибудь сделать? По-моему, нельзя. А мне казалось, что можно. Ладно, давай сходим к крабстерам. Посмотрим, что с ними будет. Я так понимаю... А, все, я поняла, что надо было делать с этими крабстерами. Надо было делать, чтобы они все были красными. Все-все понятно. Так, теперь я могу ухаживать за своим островом. Тут поливать, все такое делать. Веселенькое, в общем-то. Ну, ладно, я такое люблю. Бродилочки мне по душе. Так, куда дальше идти? О, вон мой дом. Что? Это не мой дом, это злодей пришел. И пыхтит тут на весь остров.
Что за дела? А-а-а! Это что, мне биться с босса? Их... Да вы что, это воришки какие-то! А, все, поняла. А, надо было... А, вот, мне надо было только два предмета. Отлично, все, поняла, что надо делать. А то я аж испугалась от того, что их так много здесь. Так, мне надо пакетик, бананы, 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 бананы и робот. Робот вижу. Бананы вижу. Пакетик, где пакетик, пакетик, пакетик. А, это не пакетик, вот пакетик. Боже, 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 так что ж ты? Все. Ё-моё, это сложная какая-то. Я уже два сердечка потеряла. В смысле? Я только начала, уже потеряла. Ладно, буду аккуратнее. Надо цыпу. Цыпа, вот. Я вижу цыпу. Надо расческу. Надо цветочки. Вот, цветочки вижу. Расческу вижу. Что еще? Содовая. Вот, содовая. Фу, успела. Ё-моё. Почему такая сложная? Почему так сложно? А, я, кажется, победила его. Что? Я победила его? И, может, ключик какой дадите? Нет, ключика не видать мне. Так, а рыбка, интересно, что-нибудь будет делать? Ладно, рыбка, походу, нет. Так, давай посмотрим, что здесь. Что-то у меня он быстро так бегает, что я даже немножко, если честно, в шоке, что он такой ускорительный. Ну что, давай-ка разберемся с этим толстячком. На тебе! Что-то ты опять сбегаешь от меня. Вот вечно он такой. Так, а что мне надо сделать? А почему я не могу забрать его? Это странно. Пойду схожу к попугаям. Попугай, попугай, расскажите, как здесь... Как здесь... О, вот! Как здесь пройти этот уровень? Очень интересно было бы знать, конечно. Ну ладно, давайте посмотрим, здесь что у нас еще есть. А, здесь ничего, здесь вон еще что-то есть. Можно построить... Что-то построить. Так, а, все, понятно. Мне мост надо построить. Проще простого же. О, нет, не проще простого. Даже не знаю. Получится ли у меня такое строительство? Сейчас как мост рухнет. В смысле, еще? Зачем вам столько опор? Непонятненько, Ой, еще какие-то цветочки. Ёшечки-матрешечки, придумают же тоже украшать. А, так вот для чего мы украшали, это радужный мост. Вот это да, прикольненько, прикольненько. Это интересненько. Так, здесь надо розовый делать, я поняла. Супер, супер-пупер-пули-пупер. Так, а ты, товарищ, что здесь стоишь? Что стоишь, кого ждешь? Давай, попрыгали, я тебя попрыгаю и отнесу наверх. Кажется, этот птенчик выпал из гнезда. Ой, что-то высоковатое у него дерево. Как это он не разбился еще? Садись скорее, цыпа-цыпа. Я тебя спас. Ну что, отличненько, мы заработали еще кучу всего. Так, и где? Куда мне дальше идти? Непонятно, непонятно. Так, а я ж не спасла там его. Мне ж надо спасти, я думаю. Так, давай-ка вернемся, сходим. Сходим назад и попробуем то яйцо-то забрать. Там же яйцо было. Ага, ключа у меня нету. Очень подозрительно. Очень подозрительно. Я прям даже не знаю, как и быть. Как и быть. Малыша-то спасти хотелось бы. И... А, мы вернулись. А толку-то мы вернулись, если у нас ключей нету. В общем, немножко... А, может быть, если я открою домик, и что-то сделается? А, мне дадут ключики. Это домики-то с ключиками. Вот что надо было сделать. Отлично, пойдем спасем еще одно яйцо. Фух, кажется, миссия выполнима. А вот и мой дом. Так, только опять эти... Что? Опять задание делать? Нет, так мы же только что все делали. А что у меня? Тот питомчик-то без... Получается, что тот малыш остался без дома. Ё-моё, как жалко. Ладно, побежали искать и помогать. Так, с этими что делать? Странно, ничего как будто бы. Заберем бриллианты. Я реально на другом острове. В общем, зря я поторопилась и пошла без ключа, потому что мне без ключа очень сложно получается добиться этих малышей спасти, как-то ведь надо было. Так, это дом, это у нас что здесь, это у нас бриллиант, это отлично все. Рыбка, 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 спасаем рыбку. Наверное, ее надо разрезать, мне кажется. И что? Вниз?
Что-то я такое первый раз вижу. Какая прикольная у нас такая малышня. Прыгает тут, скачет даже вниз к воде. Здорово-то как. Помогает вот всем. Рыбке помогла, птенчику помогла. Отличный день просто. Вон питомчик. Питомчика вижу, питомчика. Питомчика вижу. И что ты тут... А, не-не-не. Есть! Немножко подбили, отлично. И что? Есть! Там просто надо было пощелкать! Я в прошлый раз не догадалась! Ребят, пишите, вы играли в эту игру? Вы вообще прошли ее, может быть, кто-то прошел? Так, я что-то немножко торможу, если честно. Так, отлично, здесь надо поставить, чтобы все были цветные, по-моему. Цветные, да, я запомнила. Так, пыхтелку, наверное, не будем проходить. Пойдем сходим, отвезем питомчика, посмотрим, кто из него выродится. Выродится, что за слово такое? Да, ну в общем, посмотрим. О, ананасики выросли, ананасики. А в прошлый раз были грустные. Вы что такие ананасики? Вам желтыми надо быть. Ой, подожди, прости. Раз. Ага, здесь еще только несколько раз можно нажимать. Кажется, здесь будет усложняться все. Ладно, понесли скорее яйцо в свой дом. Ну что, можно мне еще одно яйцо открыть? Мне очень интересно, кто там попадется. Да что ж ты убегаешь? А, надо ждать. Ну ладно, надо так надо. В общем, ребят, я думаю, что на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. И пишите, вы играли в эту игру или нет. А я пойду ждать, кто там появится. Кстати, смотри, он этот домик уже оборудовал. Классненько, красивенько. Кстати, вон сюда еще можно сходить. Ух ты ж. Да здесь целая куча домов. Ладно, посмотрим, что там у нас открылось, нет? Открывайся скорей. Ну, открывайся, пожалуйста. И кто же там будет? Кто же будет в этом розово-фиолетовом яйце? Ой, он похож же на какой-то... На зебру похож. Или что кого? Сейчас посмотрим, кем он вырастет. Ой, точно зебра. Такая милашка. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. Всем пока-пока. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики.